1 мая, Волоколамский район, деревня Чертаново, Малина Муравила. Четвертый день, ребята, как идет адаптация саженцев, которую мы накопали совсем недавно с помощью чудо-приспособления. Вот так это выглядит. У нас в теплице жарковато, но очень даже достойно. Вон череночки. Муравила черенкуется, ребят, очень даже неплохо. Вот, можете посмотреть. Вот череночки муравилы. Даже не укрыта пленкой. Черенкуется. Вот малинка. Адаптируется. Ни одного не умерло. Есть некоторые, конечно, послабее. Это где ком разваливался. То есть сфера нарушена, но прекрасно адаптируется. Сильное растение. Здесь у нас уже стало вот так. Контейнеры расставлены. Малинка уже цветет. Но это только один такой кустик. Вот так вот расставлены контейнеры. Сейчас будем кормить. А вот этот кустик мы затащили в теплицу дня на 4 пораньше. Вот такой уже он стал. Уже лотерельчики хорошие достаточно выкинул. Ну, молодец, молодец. Уже вот они, бутончики. Красота. Вот здесь тоже адаптируется. Ничем не прикрыты. Ребята. Вот так выглядит наша тепличка. Заказывайте малину. Будем очень рады вам. Порадуйте себя. Очень вкусная ягода. Муравила – это сила. Всего хорошего. До скорой встречи.